Свой профессиональный праздник металлурги и жители города привыкли отмечать с большим размахом. И если чаще всего на концерт, посвященный этому дню, приглашались именитые артисты из стран ближнего и дальнего зарубежья, то в этом году все решили организовать практически в семейной обстановке. На этот раз металлургов поздравили творческие коллективы нашего города. В этот день свои композиции тимиртаусцам дарили и молодые музыканты, и исполнители, которые радуют горожан каждое мероприятие. Многие готовились к этому концерту с особым волнением. На самом деле это очень важное мероприятие, потому что мы выступаем в родном городе перед родными людьми. То есть мы все земляки, мы все с одного города. Мы все металлурги, мы живем в этом городе, в котором процветает металлургия. То есть это очень трепетно выступать перед своими, можно сказать, родными людьми. То есть это как рассказать стишок на табуретке перед родителями в Новый год. Ну вот что-то типа того, какие-то такие похожие ощущения. Группа «Мой декабрь» не впервые участвует в мероприятии подобного масштаба. На сцене центрального стадиона «Металлург» музыканты чувствуют себя уверенно, даже в такой торжественный и волнующий момент. С превеликим удовольствием хочется поздравить всех с праздником. Уважаемые металлурги, поздравляю вас. Желаю вам процветания в вашем нелегком труде, здоровья, берегите себя. Ну и, наверное, денег, чтобы жить красиво. Помимо группы «Мой декабрь», в этот вечер для металлургов свои композиции исполнили ансамбль «Мирас», Жанна Хасенова, «Легыкс», «Комиксы» и многие другие. Исполнитель сменял исполнителя. Однако тимиртаусцы с нетерпением ждали выступления своего звездного земляка, победителя вокального проекта «X-Factor» Андрея Тихонова. И для меня это очень приятный праздник. Я очень рад выступать сегодня на этой сцене в своем родном городе Тимиртау. Наверное, это достойно аплодисментов. Давайте похлопаем Андрею. Андрей и его группа преимущественно исполнили современные песни. Однако поколение постарше также услышало любимые хиты. В этот день металлургов поздравили не только тимиртауские музыкальные группы. Исполнительный директор компании ArcelorMittal Тимиртау Ива Хмелик выразил благодарность тем, кто ежедневно трудится на металлургическом комбинате. Добрый вечер всем! Позвольте мне, пожалуйста, поздравить от имени руководства компании ArcelorMittal всех, всех тимиртауцев и всех металлургов. Но когда я уже сказал тимиртауцев, это уже металлурги. Потому что город Тимиртау и наш металлургический завод – это одно. Так как город не может быть без завода, завод не может быть без города. А затем я бы вас хотел всех на сегодняшний вечер поздравить с этим вашим профессиональным праздником. Металлурги, они знают очень, очень тяжело работать. Но кто тяжело работает, этот тоже хорошо отдыхает. По традиции праздничный концерт закончился фейерверком.